Сегодня во всем мире празднуют День блога. Такая идея появилась еще в 2005 году. А уже в наши дни личный блог ведет каждый третий интернет-пользователь. Ну что это? Пустая трата времени или полезный ресурс? Инициаторы праздника призывают нас в этот день познакомиться с новыми людьми в интернет-пространстве и узнать об их увлечениях. И чем больше эти увлечения отличаются от ваших, тем лучше. Это же всегда интересно – открыть для себя что-то новое. С каждым днем число блогов по всему миру растет. Их заводят известные личности, коммерческие компании, маленькие дети, домашние животные и даже виртуальные персонажи. У каждого есть право сказать свое мнение и поделиться интересами. Для кого-то блог становится не только способом самовыражения, но и настоящей работой. Так, в этом году в рейтинге Forbes среди 50 самых успешных звезд России появились сразу 4 блогера. А самой богатой из них стала Настя Ивлеева, которая заработала 2 миллиона 700 тысяч долларов, выкладывая забавные ролики в Инстаграм. Но блоги существуют не только для развлечения. Есть и такие, которые помогают нам по хозяйству. Где и что купить выгоднее, как приготовить ужин не хуже, чем в ресторане, самостоятельно построить дом и правильно воспитывать детей. Все ответы можно найти у блогеров. Так что такие интернет-дневники помогают нам сэкономить время, деньги и нервы. А может, вас настолько вдохновят чужие блоги, что вы и сами захотите делиться с миром своими интересами. Все, что для этого требуется, определиться с тематикой и начать. Ну, допустим, вы увлекаетесь выжиганием по дереву, и у вас очень много каких-то классных поделок. Вам просто хочется поделиться с общественностью тем, что вам интересно самому, тем, что вы делаете. Вы заводите свою страничку в интернете и публикуете. Пишите там о каких-то техниках выжигания, просто постите фотографии своих поделок. Это будет вашим личным блогом, вашим таким личным дневником. Также важно понимать цель блога, для чего конкретно он вам нужен. Вы можете, допустим, быть контент-маркетологом, и вы делаете какой-то авторский блог, ну, допустим, будни контентщика, и публикуете там информацию, ну, в частности, это будет информация просто о том, что вы делаете, о вашей работе. Но вы можете это интересно подать так, чтобы людям это было интересно читать. Это будет тематический личный блог. Большой популярностью среди пользователей интернета сейчас пользуются фотоблоги, куда люди просто заходят получить эстетическое наслаждение, а также влоги, где человек может снимать на камеру свою повседневную жизнь. Причем качество съемки здесь не играет первостепенной роли.